К сожалению, рано или поздно все имеет способность заканчиваться. Страсть в один миг может превратиться в пепел. Кажется, вечная любовь в ошибку, привычку или воспоминания. Многолетняя дружба часто разбивается в какую-нибудь ерунду. Приоритеты пересматриваются, терпение заканчивается, иллюзии развеиваются. Мы меняемся. И самая большая ошибка думать, что что-то, что ты чувствуешь сейчас, это навсегда. Это заблуждение. Все, что происходит в твоей жизни, мгновенно проходит и остается лишь в твоей памяти. А память – это как чердак. И чего там только нет. Кусочки дружбы, обломки счастья и в самом углу кусочек правды, завернутый в обман.